Сегодня сотрудники управления Роспотребнадзора по республике присоединились к всероссийской прививочной кампании против гриппа. В этом году в Дагестане предстоит привить от гриппа 60% населения. Медики предупреждают, надо сделать все, чтобы коронавирус не наложился на сезонный грипп, так как подхватить две инфекции сразу вполне реально, и для здоровья это будет очень серьезный удар. Чтобы этого не произошло, нужно привиться от гриппа. Если вот микс-инфекция, да, вот возможно в текущем сезоне, который возможно микс-инфекция, это одновременная циркуляция вируса гриппа и коронавируса. В таком случае болезнь у человека, конечно, пройдет более тяжело. У нас в декабре месяце прогнозируется рост заболеваемости гриппом ЕРВИ. И мы к этому готовимся. И основной мерой профилактики является вакцинация. Все вакцины отечественные, они безопасны и эффективны. После введения вакцины через 3-4 недели вырабатывается условно-защитный титр антител, который позволяет при встрече с гриппом либо его вовсе не замечать, либо переносить заболевание в легкой форме. Наиболее оптимальным временем для проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь. И как подчеркивают сами специалисты ведомства, прививка является самым надежным и эффективным способом профилактики гриппа, а также предохраняет от многих осложнений. Анализ, даже если проведен на уровне нашего учреждения, показывает, что легкая форма – это гарантированный исход данной прививки. Предлагаю и прошу граждан не отказываться от добровольной вакцинации. Этим вы обезопасите себя, своих знакомых, друзей, своих детей.